карьеров незаконно разрабатываемых в республике. На сегодняшний день их выявлено больше 228. Основное количество в Пестрочинском, Ухмурском, Елабужском, Новошишминском, Аксубайском районах. Как правило, эти незаконно разрабатываемые карьеры расположены на землю сельскохозяйственного значения. Они не оформляются законно, эти карьеры. Соответственно, те, кто их разрабатывает, уходят от уплаты действительных налогов. Самое страшное, что это в основном юридические лица занимаются разработкой незаконных карьеров. А у нас, скажем так, есть такой 296-й закон, который не позволяет проводить надзорные мероприятия в отношении юридических лиц ранее, чем через 3 года после их, скажем так, образования или раз в 3 года после проведения последней проверки. У нас в республике очень много дорог на сегодняшний день строится. Мы связываем еще это тоже с этим, потому что для того, чтобы насыпь на дороге делать, там, саму дорогу строить, нужен песок, нужен грунт. Ну и поэтому подрядчики, я так понимаю, просто стараются занизить свои